И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Да, я ее купил, короче говоря. Теперь проблем никаких с обновлениями не будет. Опа, где вода? А, ну да. Я же, в принципе, начал даже по-новому играть. Вот, прибежал же опять в этот дом. Костер здесь уже поставил. Бочка, ладно, передвинем ее. Потому что я не хочу, чтобы эти козлы зашли, что-нибудь тут накуролесили, или пока меня нету. Придется опять все по-новому искать. Так, стоп, надо было нож взять хотя бы. Но ножа-то с собой нет. Ты-то что-то тут послажил. Не помню, правда, где. Так, ножики. А, вот он есть. Давайте. Патрошки, патрошки. Немножко есть, короче, ни огнестрела нет, вообще ничего. Надо идти все по-новому искать. Машину эту я почти... Так, почти собрал уже движок, еще одно колесо, чтобы был автомобиль. Так, ну идемте, вон, там есть зомби. Тут медведь где-то ошивался, как обычно. Так, теперь он уже, наверное, не багует в этой... В обновленной версии, в этой версии. А может и багует, кто его знает. Так, ладно. Посмотрим, что здесь. Так, ну здесь я, по-моему, уже был. Может, удастся кого-то подрезать там со спины. Так. Угу. Вот так сделали. Вот так, вот так. Молодец, 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 молодец. Оп. Скрытные убийства сделали. Отлично. Дай-ка пульку. И что там такое? Дай сюда. А, вот. Картошечка. Фигошечка. Винтик. О, отлично. Как раз нужен винтик. Еще один. О, шикарно. Так, ставим сюда. Еще надо бы как его использовать. Это мне покосали тут. О, так-то лучше. Так, это у нас не лутается. О, немножко консерва, немножко патронов. Тут ничего нет, ладно. Нет, скоримский этот вот. Как и... О, пестик. Замечательно. Я уже хотел бы уходить. Вот тут жирный дом. Так, ничего. Антибиотики или пенкиллерс. О, хорошая еда, отлично. У меня еды, в принципе, особо-то и не было. Тут пусто. Так, надо съесть, наверное, сразу этот консерву. Вот, вроде как идет большое обновление, получается, в игру в сентябре, насколько я там слышал, где-то. То есть много чего добавит, как бы. В принципе, в игре и так уже много чего есть. Так, верстак, насколько я помню, это там немножко по дороге. Теперь зомбиков очень часто сыпется. Стоп. Перышко. Ну, на самом деле, тут не очень хорошо сделанный. Я просто видел там у других. И такое себе. Опа, ягодка, дай сюда. Пригодится. Короче, он такой. Непонятный прицел у него, как целится, им тоже особо непонятно. Ну, что ж, ранний доступ. Хотите, так, ничего тут нет. Здесь нет ничего. Скрабик я возьму. Это мы сидим. Ой, блин. Так делать нельзя. Но я сделал. Игра может заглючить. Так, теперь я могу в любое время сохраниться и покончить с самоубийством. Ну, лучше просто сохранимся. Так, ага, молоточек я подберу. Пусто. Пусто, выросла капуста, ладно. Супа здесь. Что это? Тряпочка. Хорошо. Все, больше ничего тут нету, есть. Это у нас чего? Доска? Ну да, три доски. Хорошо. Так, стоп, 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 стоп. Сюда поставим. Патронок все. А, не, есть. Как это? Два патрончика-то есть.
Тут можно и за угол и повыглядывать. Здорово. Так, там где-то дорога. О, блин, туман долго начинается. Оп, что-то было. Листик, давай сюда. Надо много веревок делать. Блин, как я люблю этот туман. Хотя, может быть как раз и хорошо. Так, надо, наверное, поесть. Картошка сейчас заберет у нас воду. Ладно, подождем пока. Надо бежать быстро в тот магазинчик и схорониться там. Вот этот. Сейчас еще машинки как раз пока никого нету. Подлутаем. Перышко. Ножик. Да ладно. Так, ничего нет, говоришь. Здесь ничего. О, колесо. Как раз надо было. Тут ничего нет. Так, что возле тебя есть? Веточку пока не надо. Еще патоки. Ничего нет. К сожалению, ничего нет. Ладно. Веточка, фигеточка. Ладно, все, заходим. Заходим, а сам полез искать всякую фигню. Ну, все как обычно. А вот и зомби появились. Вот и движок, кстати говоря, есть. Аккумулятор. Чемодан. О, еда. Съедим парочку этих. Это переложим сюда. Вещь можно одеть, в принципе, чего бы нет. Да, оделась. Какой-то она там процент защиты дает. Небольшой. Так, это мы оставим, это оставим, оставим. Стрелы положим. Колесо по-любому. Ладно, тряпки тоже потом все состакаем. Кстати, молотки. Зачем они не нужны, столько много их с собой, по крайней мере. Так, и картошку. Ну и доски. Вот так. Заберем с собой. Аккумулятор. Ничего нет. То же самое. Дать. О, еще чуть-чуть патронов. На дробовик. По-моему, раз в 10 дней спавнится лут. Вроде бы как обновляется. Потому что все консервы в мире пропадают, все портятся. Все лекарства. Если их не успели съесть, они там используют. Все пропадает. Так, еще одно колесо, да ладно. Так, еще топор, отлично. Тут больше вроде как ничего нет. Кольна. Кольна можно съесть. Еду не выпить, запить. Ой-ой-ой. Прям хорошо пошло. Ну, столько мне пистолетов не надо, как бы сразу. Ну, пускай будет, чего нет. Так, потом можно отсюда будет принести и забрать эти все ящики. Так, сколько у меня? 9 патронов еще запасных есть, отлично. Так, тут я вроде все облатал. Блин, сколько здесь слотов? 4. Придется еще раз возвращаться за ним. Чтоб что-то можно было крафтить. Повернись, а то он так не пролезет. Оп. Так, зомбарик. Заходим в стелс режим. Так, плохо, что он на меня идет, этот вот. Совсем нехорошо. А мы сейчас вокруг здания обойдем. И прирежем его. Доска. Доска. Камешек пока не буду брать. Скрабик давай. Еще скрабик. Запчасти. Ой, уже все не сыпется. Пока я сейчас доиграюсь. Это гадина сейчас обойдет меня с той стороны. Наверное, он уже за угол зашел по-любому. А вот он.
Блин, я отравился. Вот замечательно. Food poison, прям шикарно. Шоколадку съел, я же воду даже не пил. Так, быстро. Оп. На тебе. Сахарок, патроны. 9 миллиметров и куда-то сахар ускакал. Так, что у нас было тут? А ничего у нас не было. Пейнкиллерс. Так, это не возьмется. К сожалению, это не возьмется. Вон еще один гад ходит. Уже скоро расцветет. В смысле расцветет, это... Так, скраб это... Так, патроны. Блин, некуда что положить. Это на что? Пейнкиллерс. А можно их применить? Фига, они мне нужны. Ага. А просто так их сесть нельзя, что ли? Где он? А упал, наверное, уже помер. А нет. Короче, так просто их применить нельзя. Только надо на что-то их применять. А, вот он. Увидел меня и упал. И ничего не дал, зараза. Ну, ладно. Так, ладно. Значит, место есть в сундуке еще? Есть. Что-то можно положить. Этот стак, например. Зайти вовнутрь, обойти еще, подлутаться чутка. Вот этот, например, вещь забрать. Хорошая штука, нужная. На крышу, интересно, можно залезть вот так вот? Да, блин, не застревай только тут. Почему-то на этот контейнер не хочешь. А, не, вылез. О, да ладно. Можно было и на крыше пересидеть. Так, хорошая штука. Это у нас антибиотик. Как раз то, что надо. Давайте подлечимся. Долбанный food poison. Ну что ты не лечишься, алё? Не надо, что ли? Ну не надо, так не надо. Свечка есть одна. Блин, доски уже не... Короче, да. Инвентарь маленький. Пока ничего не влазит. Все, что стакается, то стакается. Ладно. Немного бензина есть. Багажник. Багажники полно еды. Ладно. Вернемся сейчас сюда. Камешки, фигамешки. Почему-то... Ты почему не бросил ящик-то? Он как только до чего-то дотравится, получается, сейчас роняет. А то, блин, он до меня дотронулся. Давай, давай. Блин, много всего валяется. Ну ладно. Так, вот уже и дома. Так, можно поставить этот чемодан на сверху, на этот чемодан. Раз игра позволяет, почему бы и нет. Ну. Никуда. Ну, что, нормально стоит? Ну, почти. Надо ее поближе подсунуть как-то. Давай, давай, прям в самую стенку. Ага, выше поднять его. Так, ну что, ручка мешает, походу, да? О, прям четко стал. Так, еда, говоришь. Ой, это надо сейчас все распихать. Так, ну здесь есть, кстати говоря, вода. Надо съесть консервы. А где консервы? Маленький консерв, я куда дел? Не помню. Ладно, тут помню, здесь не помню. Так, вода уже сейчас кончится, значит надо выпить. Но сначала съесть. Блин, стой. А, все. Он с этим долбанным отравлением не может есть нормально. Так. Что тут в автомобиле? Движок есть. На, ставь. 20 минут. Установка двигателя. Все. Еще колесо одно 10 минут. Все, машина готова. Только бензина нет. А так можно ехать.
Так, прикроем пока дверь. Ладно, сейчас тут поразбираюсь немножко, слаживаю это барахло все. Так, в общем, более-менее разложил. Вот эта вот кола получается, она не портится вообще. То есть ее надо хранить на всякий случай. Так, здесь свободно, тут веточки там для крафта надо. Тут витаминки, в смысле, здесь. Мы заберем, не понадобятся камушки. Надо сделать еще один костер. В общем, ладно. Так, все, понеслась. Пошли назад. Так, я уже базу сделал, то свою или нет? Вроде да. Смогу скоро прийти эти вот, говоря, охотнички. Ну, пистолет у меня как бы уже есть. Блин, темнеет. Как всегда. Зараза, за мной погнался медведь. Теперь он уже не застрелит в кустах. Долбаный урод, где он? Только что как дам мне по жопе, что я чуть не улетел. Как он так быстро от меня отстал? Так, ну надо убить его. Много мяса падает так-то. Фух, получилось. Даже почему-то я даже не пострадал. Непонятно почему, но факт остается фактом. Так, подберем. Поближе к себе подтянем ее. Ягодку. Давайте сидим. Пока шел, все собирал. Накопилось много этих всяких камешков. Это все надо. Ты куда улетел, Олег? Я тебя не отпускал. Так. Ну что ж, здорово, медведь. Значит так. А, значит, потится уже. Короче, на морде у него лучше использовать топор, чтобы отрубить ему кусок морды. Вот два куска, сколько? 30 минут. Это фигня. Давайте. Я зато отдохну. Два куска мяса. Ну, хорошо. Так, я могу в верстак положить. Допустим, то, что мне пока не надо. Ну, как оно надо, но не сейчас. Ко мне могли бы и больше стака сделать. 16 веточек вот сюда. И 3 доски тоже. Оп. Так. Дальше. На лапах ничего нет, да? Вообще ничего нет. Вот на пузе. Кишки. Честно говоря, они бесполезные, потому что лук такая ерунда на самом деле. Вот только мясо разве что. Так, 30 минут, 45, 60, неплохо. Час 15, час 30. 2 часа 15, так это ерунда. Давайте. Еды должно хватить. Но вот покосаемся немножко. Ой. Стоп. Блин, уже ничего не влазит сюда. Ладно, на один кусочек мяса еще есть место. Давай-ка. 15 минут. Не помрешь. Вот. А что в тебе еще есть? Еще два куска мяса есть на 30 минут, но надо бежать. Блин, кажется, а нет. Придется бежать так, а потом найти этот вот, чтобы попить. Хотя подождите, у меня же food poisoned. Какого лешего, иди к воде попей сырой водички. Два раза food poison не бывает. Так, а мне положить сюда-то нечего. Наполнить воду, ладно. Вернемся к нашему мишке топтышке, где он. А, вот он. То я бы так бы хрен бы нашел бы его, на самом деле, если бы не верстак. Ага. Ну ладно, выкинем мясо на пол, что ли. Бляха, муха, беги! Вот эта мышка еще, блин, заедает. Ладно. Ничего страшного. Мясо-то с собой. Можно бежать. Давай, беги. Фух. Только что, блин, как же так? Только одного убил, уже сразу, за мной сразу следующий гонится. Я не помню, спички у меня есть, должны быть спички. Может, дашь не зайти сначала? Так, спички, где спички? Соль. Спичек нет. Блин, а где спички я дел? Должны быть. Блин, так ярко.
Без фонарика темно, а с фонариком прямо аж глаза выедает. Топорики. Доборики. А ладно, где спички-то? Добыть это, ага, вот слава богу. Есть спички, есть кора, есть топливо. Вот топливо помогает на 100% поджигать костер. Ну, логично. Так, ага, а драться-то нельзя. Это сюда, это сюда, это вот сюда. Вот, 150%, 160%. Так, что у нас тут? 4, как раз нормально. Зажигай. О, понеслась. Душа в рай. Так, а час 57, нормально. Не мешало бы, конечно, все это пережарить, а потом вернуться туда от медведя. Не преследует он больше? Или нет? Так, ну нам не мешало бы поесть, кстати говоря. А, у нас тут поздно все еще. Да, ладно, тогда я сейчас пережарю все это мясо. Медведь, наверное, уже для этого к этому времени исчезнет. Так, мясо пережарилось, отлично. Так, а затушить тебя можно? Ладно, пускай горит. Сводим к мишке. Так, тышки, 3 патрона, я не смогу убить его. Блин, а у меня больше нет. Ничего не видно. Может, он уже ушел оттуда? Вот там где-то. Вот он стоит. Оп, что-то было. Веточку подберем, надо. Листик тоже надо. Так, ну медведь, слава богу, все еще на месте. Присядем-ка, наверное, лучше на стелс режим. О, отлично, 2 куска мяса еще. Все, медведь, у себя больше ничего нет, интересно. Кишки, я не знаю, нужны они мне, 40 минут вытаскивать эти кишки. Мне даже не на что, не на чем их сушить. Ладно, возьмем. Не, ну, поспать бы еще не мешало бы так бы. По-хорошему. Все, кожу слишком долго вынимать. Кожа, по-моему, вообще там чуть ли не днями вынимается. 2 часа, 4 часа, не, баня. Пошли давай. Развернись, ты, блин, черта не вижу тебе. О. Так-то лучше. Надо скрафтить канистру. Чтобы можно было что-то делать. К сожалению, да, выключить, по-моему, его даже нельзя. 3 минуты осталось, сейчас он сам потухнет. Как тебе там развернуть? Пропихивайся. Так, ты мне мешаешь, бочка. Иди сюда. Ну давай. Сунься. Так, вот это в другое место его поставлю, баню. Не буду там взять, наставить. Я окна уже здесь, естественно, заделал. Теперь зомби сюда уже никак не залезут. Вот тут вот поставим, где-нибудь вот здесь в уголку. В уголке. Все, нормально. Ну да, не совсем. Криво. Так, давай, открывайся. Канистра. 4 скраба, 4 этих, отлично. 4 скраба, 4 железяки. Это и это. Блин, так нельзя делать. Ой, надо спать. О, кстати, фу, поздно прошел, я начал химис. Отлично, надо идти спать. Окна я себе запечатал. Здесь поставил бочку, получается. Тут заделал куриными этими как они? Для курей, короче, оградка это. Все, закрываем двери, ложимся спать. Выключаем свет.
Так, сколько? А, бля, муха, надо было поесть. Вода, конечно же, вся ушла. Даже он еще не насытился до конца. Все, пустая, блин. На, еще здесь грязный чуть-чуть. Так, а почему ты опять начал коситься, я не понял ничего. А, потому что он уже слишком устал, вот в чем дело. Надо спать. Персонажу надо спать. Ну да, стамина ушла. Так, 1 час. Хотя бы 7 часов, хотя бы 6 часов поспать. Ну, более-менее. Так, можно даже еще дрыхануть 1 часик. Видите, как теперь нам сколько меньше уходит? И хилимся. Отлично. Так, закрываем дверь. Идем, делаем это вот. Как его? Канистру. Чтобы скачивать бензин. Все, канистра готова. Отлично. Так, кишки сбросим на землю. И все равно их пока не засушить. Это вернем все назад. Не сюда. А вот сюда вот. Так, веточки. Веточки. Листики. Шикарно. Еду сложим сюда. Вот, отлично. Так, вот это, короче, мясо я положил вот сюда, потому что из него можно вареное мясо делать. Вот я же хочу сейчас сделать кукинг-пат еще один. В смысле, это гриль, а это там есть еще этот вот кастрюлька. Для этого нужна вода. Чтобы сделать воду, короче, надо много чего делать. Так, что там у тебя надо было? Сейчас посмотрим. Вот он. Вроде бы как будто я все это все скрафтил. Но сначала надо сделать именно костер. Куда это ставить? Так, там здесь. Вот он, да. 4 ветки, 6 веток и там 8 камней. Ветки. Так, а у меня все-таки патроны еще есть, отлично. Вот. Положи на место. Так. Вот камни есть. Теперь осталось дело за ветками. Так, куда же их положили, бляха-муха? Вот 8 веток. Все, делаем еще один костер. А здесь вопрос только где? Да, политые. Да вот тут вот, наверное, поставили, да, точно. Так, делаем костер. Вот, да, где-то здесь. Как раз напротив окна. Построим чуть-чуть. Так, берем следующие кишки. Портятся, лежат, ладно. Так, 2 веревки. Это вот, и, по-моему, скрабик еще нужен. Скрабик есть. Так. Вот. Теперь здесь можно будет, ну, сейчас посмотрим, конечно. Так, так, блин, надо морковка и картошка. Ну, картошка, допустим, есть. Морковки-то нет, еще и воду нужно, блин, она ни черта из этого нет. А хреново, вода не залится из реки. А вот есть эта вода. Блин, все плохо. Можно воду уже налить, в принципе. Это не страшно. Я так думаю, что да. Буль-буль-буль. А ты что, не выбрал сколько? Ну, конечно, не выбрал. А как же... Ладно. Ранний доступ. Он и в Африке ранний доступ. Давайте всю воду выльем. Почти литр. Почти литр. Ну, ты можешь почти. А теперь уже такой не катит, что в бочку налил грязную воду и получил чистую воду. Нет, уже все исправили.
А давайте тогда еще ведро сделаем. Ведро надо еще один этот вот. Один материальчик. Так, отдай мне вот это все. Вот я смотрю, что-то мне не хватает, а вот он, оказывается, среди валяется. Так, ведро. Делаем ведро. О, отлично. Отлично, отлично, отлично. Инструменты, пистолеты. Вот камни. Скинем пока сюда, пускай тут валяется. Так, веточки. Веточки, фигеточки. Стоп. Доски. Так. Вот так вот. Все, больше 16 не слакается, к сожалению. Так, и скрабики. Скрабики. Вот, бутылку воды идемте возьмем, наберем. Короче, воду грязную. Надеюсь, на медведя не нападем. Не нарвемся, то есть. Что-то было. Перышко. Еще перышко. Куры тут ходят, разбрасывают. А он здесь до сих пор валяется. Не буду с ним ничего там брать, уже неинтересно. В смысле, не то, что неинтересно, не надо. Так, кнопка. Run button. Так. Наберем грязной воды. О, пускай будет, надо забирать, потому что оно все останется здесь. Так, а давайте идемте в тот дом, чего нет. Надеюсь, он не отравится сейчас, напившись водичкой грязной, пока мы плывем. Тут зомби есть, тут можно сюда что-то утонуть. Может, потом есть какие-то. О. А, тут никого нет. Ну и хорошо, что никого нет. Тут и лута нету нифига, так еще один пестик. Блин, ни черта нет. Как так-то? Вот этот вот гвоздодер. Надо возвращаться делать гвоздодер. Ладно. Мусорный пакет. Бревна, которые взять нельзя. Генератор, с которым тоже сделать ничего нельзя. Ну, стойте. Взять топор. Ну, топор. Ломается. Ломается. Интересно, что с него выпадет. Ух ты, сколько всего. Стой, 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 не улетай. Блин, они все пропали куда-то. Ты посмотри, они все в землю уехали. Ляха-муха. Это не коцается, это не трогается. А вот еще есть один. Неужели они все прозлетались? Да, точно прозлетались. Смотри на них. Это вообще никак не взаимодействуется. Неужели под дом улетело все? Ну, если улетело, то я уже ничего с этим не сделаю. Ладно. Мы хилимся, это уже хорошо. Так. Машина. Где тут у нас ближайшая машина есть? Что такое? А, это трава, блин, мне показалось, что медведь следы, нифига себе. Такой здоровый, такая, это что такое? Я сюда не ходил ни разу. Загородочка. Камушка валяется. Поднимемся наверх, чего ли нет. Пока все надо подбирать. О, ягода. Погиб я. Так, это что, лагерь бандита, что ли? Да нет, не похож. Так, опять туман сгущается, елки-моталки.
Так, он и медведь ходит. Блин, ко мне идет, зараза. Так, уже ничего не лазит даже. Да бляха-муха. Вот это хороший улов. Так. Вот это другое дело. Так, медведь, ты даже не думай сюда идти, понял? Так, блин, опять место. А, вот ягодку можно съесть. О, одна с одной шестеренкой есть. Где-то я подобрал, я даже не заметил. Ну ладно. Вот и хорошо. Дайте еды. Так, бутылочки пока. Еда, думаю, больше в приоритете. Это что? Походу ничего. Скравить. Шикарно. Доска уже вываливается, зараза. Так, надо было ведро воды набрать еще. Это что, бутылки? Ладно, бутылки я брать не буду. Все, пошли назад. По-добру, по-здорову, пока тут не видно. По шляпе не надавал. Хотя мне дробовик есть, но что-то как-то... Патроны тут не резиновые, не бесконечные. Все конечное. Правда, здесь большой город есть, а там много лута, очень много. Но сначала машину, надо сделать машину. Что это было? Ягодка. Ягодка уже не влазит. Ладно, не влазишь, так не влазишь. Переплывем реку. Так, пришел домой. Сейчас поставим, выявим ведро воды. Где оно? Вот оно. В бочку наполним. Десяточку. Вот так вот. Пускай, наверное, нет, ведро лучше забрать, конечно. Чтобы не пропало. На всякий случай. Так, интересно, сюда прокатит грязная вода или здесь только чистая нужна? Да вроде как катит. Может, ее скипятить тут можно? Может, и нельзя. Так, 4 литра. Макс. А я уже больше налью. Как же так? Кто-то здесь кого-то обманывает. Так, давайте наполним эти бутылки обратно. Хреновая вода, говоришь? Ну давайте попробуем еще, раз льется. Так, я бутылку, по-моему, не забрал, да. Лезет и лезет. А сейчас туман начнется, блинский, блин. Так, ага, все, вот 7 литров максимум, полный, понял. Кукинг, говоришь? А что нужно? Так, просто еда, еще ни веток не надо, ничего. Что за, как это так? Подозрительно. Просто вода, картошка. У меня 2 куска мяса, 1 картошка. В смысле, 1 морковка, 1 картошка. Так, все тут есть, да? Все, отлично. Сейчас скинем это все барахло. Опять же, наполним бутылки. Пускай будет. Давай, ходи, давай. Ну, еще одну, ну, ладно, потом наполним. Так, еда. Кстати, можно и поесть. Придется пить эту грязную воду. Не хотелось бы, но придется, смотрю. О, мы хорошо поели. Так, есть. На, антибиотик возьмем, если мы траванемся. Я так думаю, что мы сейчас прямо и траванемся. Так, блин, жалко, нельзя кликнуть. Так, у меня есть еще 4 шестеренки уже есть. Это хорошо. Плата. Камешки.
шикарно. Так, ведро, ведро надо скинуть куда-то, вот сюда хотя бы. Ладно, сейчас я разберусь со всем этим барахлом. Так, идемте сюда, поищем в этой машине, может тут бензин есть. Банан тут есть, а не бензин. Ноль. Погнали на трассу, так подбираемся, что попадается под руки. Это все надо в больших количествах. Веревки эти, шмеревки делать. Так, стоп, камешек. Ягодку съедим. Шикарно. Так, 1 литр уже неплохо. Ух, и двигатель тут хороший. Заберем двигатель. Так, у нас появилось почему-то... Наверное, я все-таки траванулся. Красненькое появилось. Пока нет, но значит, наверное, появится. Так, тут ничего нет. Ух. Тут прямо шикарно все. Бензина нет. Сгоняем его туда. Что там такое? Трэвер, я же там уже был. Ну, еще раз плюс сходить. Все по-новому. Хочешь, не хочешь. Ну, так, понятно. Да пройди ж ты, блин. И тут не вылазит. Да ладно, как же. Как я же как-то поднимался. А вот с машины на это можно прыгнуть. А что ж ты не вылезешь никак? Да вылазь давай твою дивизию. Вот так, другое дело. О, хорошая, не портящаяся вода. Прошу заметить, так, еда. Еда почти на максимум. Почему у нас здоровье уходит, я не понимаю. По крайней мере, так кажется, что уходит. Ну как кажется, блин. Канистра. Твою дивизию, я ее крафтил. Пустая. Ну ничего страшного. Кто бы мог подумать, что здесь есть канистра вообще в игре. Аккумулятор. Запчасти. Скрабика много не бывает. Так, чемоданчик. Намного тебе слотов, это хорошо. Это что? Ничего. Бутылочка. Бутылочку возьмем, положим. Так, уже все с меня сыпется. Плохой чемодан, маленький. Вот. Движок это Coca-Cola. Пустая канистра одна, еще одна пойдет туда. Аккумулятор. Движок уже положил, патроны. Так, камушки, листики. Бутылка. Сидим ягодку. О, хуже не будет, это точно. Подберем еще ягодки. Чего бы нет, собственно говоря. Подай сюда консерву. Блин, это не берется. Так, скинем. Что там? Консерву. Вот, все. Берем с собой его. Оп. А куда ты, блин, кидаешь его? Говорю, пошли. Шикарный лут пошел. Чуть-чуть бензина, блин, мало его совсем. Тут вообще прям копейка. То, по-моему, никогда не бывает в таких машинах. Так, давай сюда. Так, тут я смотрел. Ну ладно. Сколько там? 0,43. Тут 0,45. Так, еще материал. Ничего там нет на сиденьях. По нулям. Ладно, пускай валяется канистра.
смысле этот сундук. Вернемся потом, еще аккумулятор. Так, вот тиночки, оденем сразу. Одел, молодец. Так, все это мы забрали. Ой, копейки, копейки. На 58. Даже 2 литра нету. Блин, тут вообще прям пол капельки, блин. Так, ну вот здесь вот пол литра. Чуть больше. Пойдет. Вот, 2 литра уже что-то. Уже можно на машине ездить, отлично. Здесь ничего. Пойдет на скрап, на крафт, что-то там доски можно будет сделать, отлично. Электроника, да сюда, блин, выпал уже. Так, это хреновый. Ладно, сейчас собираем то, что лезет. Бутылочка, молоточек, колесо пока не надо. Вот и бензин у тебя есть? Нуля. Зато у меня есть аккумулятор и этот вот. Ладно, пускай будет, значит, он тут лежит. Еще молоток. Так, по-моему, здесь ничего нет, насколько я помню. Хотя, надо посмотреть поближе. Иногда что-то тоже валяется. Не-а. Нифига тут нет. Ага, чемоданчик-то есть. О, винтик. И еда, говоришь. Ладно, давайте сидим эту консерву. Вот, и заберем вот эту, которая пожирнее. Так, вот здесь, отлично. Все, по-моему, тут больше ничего нет интересного. Молотки эти. Блин, сколько тут этих молотков. Так, ну я тут вроде как все пересмотрел. О, да, вот тебе, пожалуйста, food poison. Тратим food poison. Антибиотик, в смысле, тратим. Сейчас пойдем делать быстрее, ладно. Возвращаемся домой. И сколько время? Что-то кроме для темнеет в этой игре. Погнали домой, короче говоря. Еще один у нас ящик. С инструментом, с этим совсем барахлом. Так. Заправляем нашу автомобиль наш. Все, нормалек. И мы можем ездить. И мы можем далеко поехать. В город, например, сразу. Или к базе к этому. Ну, вообще-то уже темно. Как бы, наверное, надо лечь спать. А вот там уже погоня. Так, видео уже слишком долгое получается, длинное, то есть. Ну, то, что я сейчас лягу спать. Так что на этом я буду заканчивать видео. Ну, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.